Итак, друзья, всем привет. Начинаем видео в такой необычной обстановочке. Еду с работы. Кстати говоря, у меня сегодня день рождения. Вот. Но это видео, конечно же, выйдет позже. Поэтому вот так. Обязательно смотри его до конца. Обязательно пиши, как тебе. Обязательно ставь лайки. Вот. Я решил попробовать снять такой мини-вложик. Я думаю, будет интересно. Самому даже интересно, как это получится. Такой опыт, так сказать, первый. Поэтому... смотри, и мы поехали. Какая красота. Просто был обязан здесь бывать. Ты что, мои видосы не смотришь? Конечно же смотрю. Ну, привет, Санкт-Петербург, да? 10:45. Немножечко красивый. Красоты не краны, немного не краны, но красиво, да? Какая красота! Там даже народ, он ходит по льду, он ходит по льду, это же опасно, это жесть, как красиво! Блин, он замерзший. Отсюда, да, будешь смотреть? Ой, телефон не уронил. Не было, а где лахта? Где лахта? Лахта, где лахта? Дальше правее же она. Смотрите, тут песок, как на пляже. Вот это вот белый. Ой. Снег, это как будто бы пена, да, от волны. Да, 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 а, ничего себе. Летом было очень угарно, когда парк был закрыт официально. Там все было закрыто. Но все заходили здесь сбоку. И просто здесь было больше народу, чем в Сочи на пляже. А вон там лахта. Какая красота. Лахта-центр. Но и все-таки немножко кранов. Опа. Вот они, рвотненькие наши любимые краны. Nice. И красота Финского залива. Так, друзья, я, будучи в Питере, просто был обязан здесь побывать, потому что это все-таки... Это вот мои коллеги, вот они меня тоже будут снимать, мою коллегу. Вот, ну так вот, просто обязан был здесь побывать. Вот это вот огромная надпись. И это Гранд Макет Россия. Самое главное, это же кран. Thank you.
коллега, мой коллега. Да вот не знаю, смущает ли их это. Это мои коллеги просто, они там работают. Паровозики. Ну мы сейчас будем искать на макете, искать краны. Так, друзья, на что это у нас здесь? Угадайте, где мы. А вот мы здесь вот. Это Липхер. И мы в гостях у Алексея. Ну вот мы и на кране лезем. Вот мы добрались до Питера в гостях. Вы сами знаете у кого, я даже не буду называть. Кстати, поздравим Алексея с 200 тысяч подписчиков, уже даже больше, чем 200 тысяч, поэтому поаплодируем Алексею. Прям спасибо. Вот, поэтому мы в гостях на нашем Липхерке. Будем смотреть за работой, может, и сами порулим немножечко. Поэтому как-то так. Вот это вот самое главное, ради чего мы здесь. Это башенные краны. Так, самое главное, ради чего пришли. Смотрите, у нас здесь Вульф и Раймонди. Масштаб 1:87. Здесь у нас стройка. Работает миксер, работают чуваки. Автокран разгружает панели. Экскаватор. Вот это вот суперстройка. Commons с Алиэкспресса. В общем, это круто. Я самое главное снимаю здесь краны, а не поезда, поэтому советую всем сюда приехать. Это классно. Да, чтобы вопросов не было. У Олега есть все допуски и так далее, чтобы не было. Экзамен когда сдавал? Давно сдавал? Сейчас будет. Давно сдавал. Ну что, уже конец. Конец объекта уже. Сегодня-завтра работаем, потом демонтаж будет. Будем снимать демонтаж.
Сразу косячить начал. Сейчас еще с тропочек навернется. Вот это будет смешно. Сколько у тебя опыта на кране? Сколько работал? Я меньше года работал. Все, он не стажер. А если по корочкам смотреть, так вообще ветеран. Да. С какого года у тебя корочка? Да нафиг, да это даже не... Там же надо мне что-то просто проставлять, ну, да? Ну, каждый год, да? Да, конечно. Где аттестацию проходить? Ну, да. 2000... Блин. 17-го, наверное, 16-го. 18, ну, сколько мне? 25. 18 лет. Ну, 18 лет, да. Я уже, блядь, это забыл как работать. Вот это поворот. Нет, это Вермайна. Ты что, мои видосы не смотришь? Конечно же смотрю. Все. Я даже все свои видосы не смотрю. Просто это у нас был... Интересно... На ходу кнопочку нажимай лево. Вот это? Это которая стопорит, но я знаю, да, что это кнопочка. Опять по бутеру накрыто. Точнее не опять, но я не играл. Ну, да? Ну, ну.